Так, задача сделать проход. Вот здесь начинается, был какой-то проход, вот камни, я не знаю, видно их или нет, вот они тут. Вот сейчас вот здесь потихонечку и расчистим. Вот так туда, до конца. Самый лучший инструмент — это ваши руки. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no one home. Anytime she goes away. Ну вот, надо научиться не говорить, ну вот. Сколько это было? Минут 10-15 работы, и человек-трактор очистил дорогу. Это центральная дорога выхода на все остальные грядки, которые пойдут здесь. Это такая центральная дорожка. Сейчас мы ее граблями пройдемся. И возьмем, что получилось. Так, что мы делаем с этой травой, которую выкорчевали? А ничего не делаем. Пытаемся более-менее аккуратно разложить ровненько по месту. И оставляем здесь. Когда она прикроет землю, и не будут с одной стороны расти сорняки. Они не прорастут сквозь это. А с другой стороны... Трава перегниет, солом перегниет, и здесь будет очень неплохая земля. Вот так. Это такой мульча. Ну так, этот кусок замульчирован. Видите, мы не выкидываем эту траву, которая здесь росла, а просто складываем ее на место и как следует притаптываем, приминаем, прижимаем. Она создаст мульчу, через нее сорняки не пролезут, а сама перегниет на следующий год. Будет прекраснейшее удобрение. Ее можно будет всегда снять с дорожки, это же дорожка, всегда снять с дорожки и положить на грядку. Таким образом, за годы здесь накопится хороший перегной, и нет проблемы девать
этот самый, куда девать срезанную сухую траву и прочее. А вот здесь у нас растет малина. Или это ежевика, я еще не знаю. Но посмотрим, если ее держать в узде, то это не так плохо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете много чего интересного еще. Спрашивайте, задавайте вопросы, ответим всем.